Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Hockey Brothers! Ребят, сегодня кто забьет больше буллитов, получает денежный приз. Будет три круга по рандомам. Если кто-то один здесь забьет больше, забирает деньги. Если их сравнялись, уходят на суперфинал, где будут без рандома один круг и один кто-то победит. У нас сегодня два новых вратаря, это Артем и Денис. Оцените их в комментариях. Ну а спонсором нашего канала является компания FunBet, надежный партнер, который поддерживает такие клубы, как Омский Авангард, Салаватый Лав и всю лигу КХЛ. Даже Александр Овечкин является своим амбассадором. Специально для вас по промокоду HB2000 забирай 2000 фрибетов в их удобном мобильном приложении. Мы начинаем, поехали! Ребят, пятый последний приз в честь 50 тысяч подписчиков. Замечательные трусы от Витокина. Вместе с Hockey Brothers. Все, что нужно сделать, быть подписанным на этот канал, ставить лайк, оставить комментарий под этим видео. И как только 1500 лайков, мы разыграем их в нашем телеграм-канале. Всем удачи, мы начинаем. Что, господа, всеми любимые челленджи, тем более на бабке, будет интересненько, да? Денис, на сколько играем-то? А увидите. Не-не, говори. Узнаете. Говори. А узнаете. Первый, Никитос, второй, Кирюха, Корней, Илюха, я, Захар, Макс, Энтони. Свободный, сразу Никитос. Свободный. Бросать нельзя, как у Воли. Свободный, свободно бросать нельзя. Я свободен. Хорошо. О, птица, если что, у Артема 5 сезонов КХЛ, если кто не знает. Чтобы отпеханул. У него? Да. А да. 5 сезонов? 5 сезонов КХЛ. Да. Жесткий. Он только закончил. Корней. Хотел очков. Если что, это выше середины штанги. Ну, наш, да? Вот от меня вправо? Или от него? Нет, от тебя влево. А, от меня влево? Да. Это я сейчас кое-кого напоминает, блядь. Давай Липский бьет. 52 почти, как я, 51. Ну-ну-ну-ну-ну. Кирюх прядет. Наконец свои труселя поменял. А ВДП. Кирюхи? Так, 500 лет обманывания. Подожди, что-нибудь придумаю еще. А, придумай-то не надо. Не надо, придумай. Я придумал. Все придумали. Вы повезло. Вы повезло. Говорю, вот хоть здесь придумать не надо. Задание есть. Свободный как хочешь. Свободный как хочешь, лучок. Давай, Лексус. Давай, Лексус. Number one! Снимите шляпу, поаплодируйте, поставьте лайки и подпишитесь на канал для вас. Корни, молодец, молодец, ладно, хорошо. А ты не хотел косарь скидывать на общий бан? Я до сих пор не хочу. Ну ладно. Вкус. Корни, молодец. Хорош, Тёмыч! Никаких эмоций не дает такой булит. Видимо, только Корней подвлачен так бить. Давай, Денис! Заказну свой поборить. Право ниже, чтобы все видели, подснимите. Держи, пожалуйста. Знаешь, новенький вратарь на просмотр. Сейчас должен это административную включить или нет? Было хорошо. Не, Артем. Артем хорош, конечно. А если ты в ноль, то тоже в финал выходишь? Если одинаковое количество, то ты в финале, да? Слава богу, ё-моё, я больше ничего не умею. Ну-ка, сделай битбокс. Нее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 ee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 
Тихо, давай, давай. Не знаю, что сейчас задень опять. Это щелчок? Да, да. Ну, типа, это все равно считается, это щелчок. А что это не? Не, ну а как? Давайте. Ну да. Забил, когда считается. Подожди, звук щелчка был? Ну давайте тогда щелчок будет выше колена должно быть. Да, хотел предложить. Щелчок выше колена своего? Нет, да. Выше балла. Смотрели фильм? Вот он, кстати, похож. Смотри, что. Реально же похож. Ну типа клюшку в ворота бросай и все. Как ты волчёрного? Волчёрного я на шаге стоял. Зачем? Дурак. Это брат дурак. Ну, все, а давай, Шон Райли Скотт. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты че? Вопрос, откуда у него форма, кстати? Это Копыча. Хорошо. В коньки не его. Дэн, вставай, все, круг закончился. А он жил человек. А, да, держи. Там Денис стоит. Мне надо объяснить, как бить, а потом я забиваю. А вот эти свободные, я вообще не понимаю, что делать. Там Денис. Дэн лучший. Да неправда, банкир хорошо булит и бьет. И Дэн охеренно стоит. Я не знаю, что сегодня за день. Ну типа день сурка. Надеюсь, он не выпадет. Чтобы вообще не думать. Если свободный не выпадет, я расстроюсь. Если что, Дэн прям красава. Что ты хочешь? Блин, господи, пожалуйста, щелчок дайте мне, я вас очень прошу. Дай мне щелчок. Дайте ему щелчок. Покажи на камеру.
Давай. Типа, тебе самое главное, чтобы шайба не поднялась. Ну, понятно. Фейк бросок. Потерял шайбу. А вот реально уже фейк получил сам настоящий. Я просто шайба сошла. Фейл. Ну фейк же, фейк, да, фейл. Я даже не знаю, что. Корней, конечно, вообще очень некрасиво удобно, да? Делает. Вообще некрасиво. Он уже ушел с ворот. Просто ушел. Ладно, в третьем кругу сделаю. Еще один. Надеюсь, никто не забьет. И попилим денег. Вторая драка на канале. А, у него майка Макдональдс была. Я вспомнил, почему у Дэна было погоняло Биг Мак. Ой! Ой! Он хотел красоты. Ну, тебя вправо. Да сам под рандом сделаешь, чтобы все нормально было. Я заботил, и все. Пойдем, делаешь. Моя коронка получается. А что она была не туда? На рукой? На одной рукой. Близко было, близко. Нет, не было. Да было близко. Ну, там прям чуть-чуть. Не было. Ну, немножко. Ну, подыграй. Захар, у тебя скорость воспроизведения сейчас была 0,5. Нет, 0,5. Кому очко? Нет. Ёлки-моталки, вы. Ой! Зона! Игры на плите. А что у него? Хорошо! А что у него было? Чаечку. Чаечку? Не получилось обмануть человека. Антох, ну у тебя легко. А мне бы от меня или оттуда? Да вы, ты сейчас не вратарь. Тихо! Ты попал чуть-чуть, вообще вот только. Чуть-чуть. Не, реально, Тох, чуть-чуть было, молодец. Давай, Тём. Плюс на широких качаю просто, да, Ван Дамм. После второго круга у Никитоса и у Корнея по одному, остальных по нулям. Последний круг. А если банкир или Корней забивает, то все? Ну, типа того, наверное, я не знаю. Деньги нынче нужны, как говорится. На удобно. Сейчас попробуем что-нибудь. Сложный элемент. 360 на дом. Вот если бы не Артём, да? Я мог с тобой поделиться бабкой, как это. Если бы не Артём. Просто отнял бабки были на банкира. Да. Ну, если Лексус забьет, то гг. Мансил! Он мансил! Мансил! Надо оставить все патроны на медиа-турнир. Да, я по стратегии Захарика спросил на самом медленном черепашьей скорости. Пантохины делай, пантохины! Подождите, дайте мне подумать, блядь. Ладно. За память или нет? Ты, блядь, сейчас кину и решаем. Пошёл! Чёрт? Просто его на шампур хотел насадить. Корней, ты уверен, что так забиваются? Я хотел в очко пихнуть её. Ну, очень это тяжело, конечно. Одной рукой элементик. Такой мы не можем. 21 просто. Ай-яй-яй-яй. Финал. То есть сейчас? Пока два человека в финале, да? Да. Три. Два. Тёму успевает. Она очень быстро ему делает. Представительник симпатии будет? Да, конечно. Никогда в жизни в очко не мог забить. Я не понимаю, как они это делают. Тихонечко катнул, это же страшно. Держи, пожалуйста. Да я не могу, я что-то веду. Да ничего, там правильно, не надо. Или просто Тёма хороший вратарь. И Дэн. Это не знаю. Из-за тебя. Ну, сбил пацана. Мог денежку заработать. Так? Кто следующий, господа? Я. Нажми сам. Я не умею уже. Алло, спонсоры, это Денис Вячеславович. Можно денег, блин. А ты там, где смородина растет, и что-то там кустиком. Это преграда, которую я не могу перейти никак больше. Ну все, блин. Ворот со мной, Макс. Это...
Сзади! Тю-тю-тю-тю! Это Ташка. Давай, старый! Жесть! Школа Зеленограда! Чёртова шайба! Ребят, суперфинал! Никитос, Макс и Корней бьются. Один круг, свободно, как хочешь. Такой суперфинал! Можно было только мечтать. Давай по заданию. Нашу по заданию. Нет, по так прослушано было что? Финальный раунд? Так обычно. Ты просто не можешь сам свободно забить, тебе задание надо. Блин, был у меня 1% Хоки Бразерс, я бы пролоббировал. Все, финал, у тебя трое бросают. Нет, я сейчас просто... Давай, давай, Никитос. Вот, Марлок, да, булит, конечно, у нас проблемы с булитами. Может, выиграл, конечно, еще раз. Да. Заканчивай! Ой, Никита! Хорошо было. Вот так. Ну, теперь свободно. Я посмотрел пока видосы, пока стоял в зал, и реализовался по ключу. Без лишних разговоров. Это моя это козырь мой из рукава. Задание пошел. Хорошо, что во вратаря не попал. Больно было. Больно? А он отвернулся. А это уже страшно. Тяу-тяу! Делай, как ты любишь. И... Давай, давай! Ну ничего страшного. Ребята, удачи в финале. А теперь супер-супер-супер финал. Это Никитос против Корнея и против Артема. А я думаю, что Корней доволен, типа он не выйдет в начале. Да, он первый забил, и все, и хорошо. Я вам хорошо. Извини, пожалуйста. Вот он специально. Давай, поехали. Не сделал. А еще щелкну опять. Посмотрим, что покажет. Сейчас он забит еще. Ой-ой-ой! Хотел щелочку эту найти, не нашел. Но, кстати, братан резвый пипец, на самом деле. Я выбираю свою сильную сторону. Давай, Корней! Давай, ты денежки! А ты не хотел косарь скидывать? Так я его и не скинул. Лашпен! Спасибо за борьбу. Мне было приятно выиграть эти бабки. Но лучше я вместо денег беру 1% от канала. Ни в коем случае. Никогда ты его не получишь. Я тебе даже от второго не дам. Ребята, пятый приз на 50 тысяч подписчиков – это эксклюзивные, коллаборированные игровые трусы Bitoken с Hockey Brothers. Все, что нужно сделать – подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий под этим видео. Как будет 1500 лайков, мы разыграем в нашем телеграм-канале.